Белорусы в России получат доступ к базам данных Центра правовой информации и электронным фондам виртуального читального зала Национальной библиотеки. Соглашение об этом подписано в Москве. Пользоваться литературой и работать с первоисточниками наши соотечественники теперь смогут в зале белорусской диаспоры. Он открылся сегодня же в деловом и культурном центре посольства. Центр правовой информации и Национальная библиотека предоставили круглосуточный доступ к своим электронным фондам. Кроме того, диаспора, она насчитывает более полумиллиона человек, получила подборку лучших белорусских книг, от переизданных редких памятников литературы до энциклопедий и справочников. Открытие зала белорусской диаспоры – это новая страница в жизни всех диаспор Российской Федерации. Это очень значимое событие для всех белорусов России. И я думаю, что это очень значимое событие для всех жителей Республики Беларусь, которые теперь будут точно знать, что в Москве есть не просто замечательный белорусский дворец белорусской культуры, но есть люди, которые теплом своих белорусских сердец наполнят это здание добром, отношением к великой белорусской культуре. Уже в ближайшее время на площадке зала белорусской диаспоры в Москве откроются курсы по изучению белорусского языка.